Всего нашего города. Это вокал-шоу «Бэнд Сузилья». Сегодня в нашем зале присутствуют почетные гости, члены комиссии. Позвольте мне представить их. Лопатина Ирина Вуколовна, заведующая отделом художественного воспитания Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества. Чебурная Елена Алексеевна, ведущий специалист отдела высшего образования и науки Управления образования и науки. Васильева Оксана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры вокально-хоровой подготовки Харьковского государственного педагогического университета имени Сковороды. Иванова Юлия Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования Харьковского государственного университета искусств имени Котляревского. Савенко Александр Викторович, главный режиссер Украинского культурного центра «Юность», заслуженный деятель искусств Украины. И Азача Вера Николаевна, заведующая кафедрой народного спевута музычного фольклора Харьковской государственной академии культуры, заслуженный деятель искусств Украины. Ваши аплодисменты нашим почетным гостям. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас пойдет разговор о счастье. Что же такое счастье? Кто задумывался? Какие условия нужны для счастья? И вообще, что такое счастье? Это не специально придуманная ситуация, и это не какой-то дорогой подарок. Это случайно ударившая тебя секунда, та секунда, в которую ты не думаешь ни о чем. Ты счастлив.
просто счастлив, и все. Мы счастливы, что мы сегодня с вами. А для студентов ХПИ счастье быть студентами нашего университета и петь для вас. Итак, вокал шоу «Бен Сузири». Для вас поет Арсен. Встречайте неоднократного победителя многих международных конкурсов и фестивалей, обладателя премии городского головы Максима Герасименко с песней «Девчина».
Максим Герасименко, ваши аплодисменты. Наш коллектив исполняет любимые и всем известные песни. Давайте сейчас вернемся назад, в прошлое, в прекрасные 60-е годы и вспомним самые известные хиты того времени. А помогут нам в этом участники коллектива Татьяна Апарина, Алена Шевченко, Даша Космач и Таня Алиева. Итак, для вас звучит «Попурри 60-х». Добрый день, дорогие друзья! Пойте вместе с нами! Шие девчата, занятые подруги, ветливые лица, огоньки веселых глаз, лишь мы затянем песню, как все спорцы в округе, голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню, как все спорцы в округе, голосами своими поддерживают нас. После трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Пойдем вместе с нами. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Вечерочком, милую в садочке, сразу же становится иной. Мое счастье где-то недалечко, пары голова стучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я на пол. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я на пол. А теперь поем. Даже если станешь бабушкой,
аплодисменты вокал-шоу «Бенду Сузина». Да, действительно, вот так вот дорогой длинною и в поле чернобрывцев. Чернобрывцы! Так называется песня, которая сейчас прозвучит на нашей сцене. И для нас с вами снова поет Арсен.
Арсен сегодня для вас. Наши аплодисменты. Мы с вами продолжаем разговор о счастье. Для кого-то счастье быть первой ученицей коллектива. И сейчас прозвучит песня в исполнении Татьяны Абариной «Румба». Помогает ей в этом золотая гитара политеха Дмитрий Синицын, соло-саксофоне Георгий Зуб и танцевальный дуэт Игорь Крепоносов и Юлия Линь.